До 29 января в избирательных комиссиях будут проверять предъявленные кандидатами документы. Сами же досрочные выборы пройдут 3 марта. Будут избирать главу Бугуруслана, Южноуральского сельского совета Оренбургского района и Желтинского сельсовета Саракташского района, а также главу Адамовского района. На должность главы выдвинулось 5 кандидатов. Это Матвеев Эдуард Викторович, Новиков Вячеслав Юрьевич, он выдвинут от партии «Единая Россия», Умбетов Руслан Узакбаевич, Чеканин Дмитрий Александрович и Явкин Сергей Александрович. Стоит напомнить, что самовыдвиженец Явкин уже руководил Адамовским районом, пока в пьяном виде не попал в ДТП и был снят с должности главы. Теперь безработный чиновник решил вновь побороться за власть. Кстати, самовыдвиженцев на выборах в муниципальное образование традиционно много. Но кто из них достоин места главы, решат, естественно, жители.